Всем привет. Пришла посылочка такая с Гербеста. Здесь у нас батареечки. И кое-что еще. Распакуем. Так, такие вот батарейки 3А и 2А запечатаны. Сейчас мы их откроем. Что тут у нас? Скотчем залеплено. Да, залепили хорошо. Это не скотч, это такая упаковка такая. Ау, чуть ногти себе не оторвался. Вот это запечатали. Так, как бы тут подцепить, а? О. Такие вот батареечки. Сейчас мы второй откроем. Пальцы все поотрываю сейчас опять. В принципе, такие же, только 3А. Прикольная упаковочка. Батарейки не разлетались. Такие же. Так. И у нас тут коробочки. Оп. Вот такая вот коробочка. Кунг-фу Ми-ту. Видно там? От Xiaomi. Их не кролик, а кто там заяц. Такая вот упаковка новенькая. Ну там даже рисунки какие-то есть. Это там все приклеено, короче, не буду переставать. Это как держатель идет для телефона. Сейчас телефон и посмотрим, как стоит. Ха. Так нормально будет стоять. Когда вертикально головой упирается он. Хотя нет, вот так вот, если голову отвернуть. Так стоит. Хотя, если вот так вот видео смотреть или что-нибудь.
Вот такая посылочка. Спасибо, кто смотрел. Всем пока.